1 апреля день рождения отмечает Ирина Александровна Багруденко, заместитель главы Верхнеуральского района по финансам. Пусть на душе всегда будет тепло, глаза пусть светятся от счастья. Пусть каждое мгновение судьбы приносит удовольствие, жажду жизни, сибирское здоровье. Пусть новые увлечения находят вас и приносят море позитивных эмоций. Желаем постоянно чувствовать тепло, понимание близких людей. С уважением, коллектив ВТВ.